идем под шар. Выходим. Вышли. По команде Гера. Поднимает демона. Милд, надеюсь, остался. Нет, Свету Геру не надо. Во тьму Геру давайте. Во тьме Геру дали. Где ты там, демон? Метеор смотрим. Перебежали. Трэш, напуливайте в левее и правее отойдите. На огонь мастера жми. Можешь без команды это делать, если видишь. Трэш бьем. Иду по трэшу играем, по трэшу играем, больше по трэшу. Отведи немножко. Гиверфлайт, отведи, растет же. Давайте больше, больше по трэшу. Помогите. По большому больше дамага, почему он до сих пор живет? Сейчас уже метеор будет. Метеор. Прибежали. Прибежали, прибежали. Добейте большого РДД. Мелких тоже докливайте. Так, огонь нормально. Большого лови, бьем. Трэш играем. Лези нету. И чё? Пиздец, что за эти спылы, блядь? Ну как бы заебали. Он стоит там долго, он сейчас умер. Крит. Не выносит. Кто? Это кто? Рога, у Роги 4 стаков, он хуярит под боссом, стоит. Кидай. Это Рога был? Да, Рога. А что мне с такой ситуацией делать, если не диспалить? Бля, вы в отделе приложили все усилия, что на свайпе не получилось. Есть разбойник в этот ВРС? Я смотри, если там даун какой-то стоит с меткой, ты его не диспели, просто жди, пока он вайпнет всю комнату и получит. Есть ладно. Разбойник во тьму, что я здесь. Не покажи, что была метка на ханте. Или была. Ой, ханте на руке. Сейчас посмотрим. Это никак на лече, я не буду смотреть, что делать. Сейчас видео там что там творится. Я подождал 5 секунд, все, сдиспелил, если кто не диспелит. Тем более вообще в свету не я должен диспелить, блядь. Так не диспелил, ты же диспелишь? Не должен, в моле. Ставь, браток, разбойник с ПС, но РС больше не присутствует. Бери, бери пержика, 6 КГС какой-то. Бля, не понимаешь, нахуй что тут делать. Крыса, давай, перезаходи на разбойника. Да не надо, вон там чел сейчас зайдет. Кто? Даже не перезаходи. Протопал, который нормально танчил РС. Ой, ЦЛК вон там сидит, трогает. Кинем у пати. Типа, а зачем вы диспелите челов, которые стоят в рейде? Куда вы смотрите вообще? Уроки вообще надо этому вхуярить, там пятый ранг, я не знаю, что ты забыл в этой гильдии. Пока я вижу только косяки от тебя. Там уже вайпер. Есть детали смерти из кем там? Есть. Там в лезвие он зашел. Кто? Че, он выглядел, Ванёк? Там типа вайп, походу, был. Стоит так, там. Так танк неожиданно сбрило, что-то казалось. Да танк сбрило, потому что он специально в лезвие зашел, шоу. Мать, рыбу ешьте быстрее. Бля, ебать. Ай, все такое же сетап, да, или все-таки кота спекаюсь? Нет, хилишь. Это похуй на кота, есть форик. Давайте больше чуть-чуть дамагу по-большому, он очень долго живет. Убили большого, помогли по мелкому, бьем дальше босса. Рогу бафите. Рога ты свету напуливаешь на гиверфлайта. Кого напуливал? Гиверфлайт, вторая будет половина. Сейчас, секунду, напишу макрос, секундочку. Фу, еще и макросы прописывать, боже мой, фокусы есть. Я
сборника два макроса по фокусу и по таргету. Приписывать ники это я ебал. Пиздец. Верчи там какие-то говорят, тебе сменить хз. Что там у тебя зеленые какие-то стоят? С пола на пол, прям сейчас можешь по рука в трусах прожать триксы. Первая пати, нет, вторая пати ПТК рука в трусах. Прям сейчас по ним прожимаю, они у тебя откадышатся. Рука в трусах тут. Ваня. Ваня. Все готовы были? Давай прожимай триксы по рука в трусах прямо сейчас. Счет пошел. Теор, перебежали. Какое нормально. Трэш на пулевой. Салю панлю. Помогу можно там тоже салю кинуть. Трэш клинем. По боссу играем. Все, за бейтинг большой, он там помрет уже. Играйте по боссу. Мил, где ты так же в эти места остаешься. Спринты бы прожал рога. Сейчас смотри, не умри от метеора. Прожимай спринты через огонь под кошем пробегай. А что ты их потратил? С пула отдал, что ли? А вернее босса, босса пьем, трэш только напуливаем. Отведи немножко гидров. Все нормально, стой, 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 стой. Все, переводим босса, 2%, давайте больше дамага, 6 секунд, алло. Чем большого отобьете? Все, сейчас добивайте его. БДК прожимайся. БДК зашел, рейд заходит, все отлично. Так, Иннер, что там у нас? Первую метку ровно назад несите, развернулись, отнесли там много мест. Спал. Лезвие, аккуратно. Он диспали ретрики, по идее, я хз, где был диспал? Миска выноси, также назад просто развернулся. Так, лезвие. Что там процент? 56%. Я слышал вообще? Хорошо. Нет, выноси бион немножко наперед, неси. Freedom. Freedom диспел где? Freedom я не вижу. Так, косплейщица заливаю Black Mamba прямо сейчас. Так. Лезвие, лезвие. Не успеете выйти. Назад вернись, блять, лог. Метку только вынеси. Все, выходим. Продиспелили, выходим. Как уже все тут перекос создался, что-то нихуя не понял. Я не спал. Не спал, блядь, все тут. Диспелю я. Так, смотрим метеор. Прибежали, метеор, прибежали. Бля, лок, ты сейчас будешь эти писать эти ГП там. Продолжаем. По трэшу играем. Интересненько.
Фреш на пул, собираем в одной точке, кливаем. Отводи, он растет. Отведи немножко, он растет же, действительно. Веди, веду, веду. Не надо, если увидишь, что на протопала метка кидается, сразу просто снова даешь. Добейте, добейте, Трэш, помогите. Перебежали, перебежали, метеор. В огонь, огонь в рейд. Левее отошли, левее. Большого забери. Кастмэнчится БРК, да? БРК, да? Если нет, то время на ветер подымай. Нужно поднять время на ветер. Ой, блядь, ой, сука. Упали? Угу. Я прорыльте кто-нибудь это говно, я ебал. Пизду нахуй. Давай. Олег, твой триумф. Заебал. Да, цена, конечно, умирает. Дай меня умрете. Дай мне банжи. Дай мне банжи последний. Ебал. Да. Я все, я выключаю микрофон, я ебал. Слышно меня, нет? Какие там пати во тьме стоят? Первые пятые, что ли? Блядь, шаман ебаный с локом, блядь, пишутся в чатике нахуй. Вот рай, топовые ребята. Давай, кидай мне 100. Готов. Что, заходите, бафайте, что вы там бафали, не знаю. Там, вроде говорили, что вы бафаете, да? Так, сейчас немного сделаем. Так, я хочу, короче, Алик, будешь тусоваться во тьме. Вместе там с дедашками, да? Мелиди, ты будешь тусоваться у святого, обдотывать большого голема и бить мелкие трэши сушения. Там, в принципе, дома у тебя нормально, и все. Это все, что надо. В принципе, Рога может уже тоже тусоваться, и все это дерьмо пуль. Давайте, баф. Хвали полностью, релогнусь. Да, бейте, как били, и все, бафы давай. Дайте только мне рыбу на ханта, ну, и каску. Ну, чё нету каски? Так потому что не бегут. Ну, охотник один, можно дать. Дайте, пожалуйста, рыбу. Вставьте, есть рыба или нет. Если нет рыбы, то просто идите. Ты на рыбе, я перезагружался. Да, мы в 5 хилов, миска. Ты остаешься, как и был. Ты мне это пишешь, я же тебе не говорил, типа, я рейд меня. Я просто буду говорить. Интеллект. Не, интеллект есть, а да, петовского бафа, да, типа охотнику. И лапу. Есть петовский баф? Или дух баф, бафники петерские лока призовите, чтобы висел баф, дух уже нет, парейд. На этом баф. Пуле, на следующем пуле, бафни дух. Он не вафлики еще. А, ясно, блин, без духа. Ну, пизды дух бафники, все, плохо, да. Вот таймер, Ваня, иди занимай позицию, если через 30 секунд пул. Готовность. Пиаком что не хватает? Пакет с травой. Ваня. Пиаком что тебе не хватает? Заходи за линией. Потом тебе расскажут, что тебе дали ГП. Ваня, иди начинай. Через хвост мне. Через хвост. Пятер. Перебежали.
Смотрим луж. Бьем трэш, трэш бьем. РДД бейте большого. Приморозка отлично, возвращайся. Добивайте трэш, все, бейте босса. Тупо босса бейте и все, ничего больше не делайте. Тупо босса. Через хвост возвращаем. Метеор смотрим и дальше туннелим только босс. Бош бьет только шипами леди, рога и я. Все туннелят босса и этого не прошу. Давайте бей. Отлично, доигрывайте по большому и по мелкому. Ваня, заходи, заходи. 3, 2, 1, райд зашел. Метка смотрим. Дадите по ней фул и каплю дадите. По метке, потому что туда не пропал. Смотрим, метка ровно назад, рыбу твою поп. Бьем инеры, заливайте по шаману. Калпки есть фридом? Смотрим, инфентика ровно назад, ровно назад. Не к морде, а назад, молодец. Еще бы дамажил, но ДК был бы вообще прикольный. Метка, смотрим, он. Сильнее меня римбокс. Англия, ты тут остаешься. Меледи, ты играешь в трэш вместо кота. Капдотываешься сначала. Смотрим, метка будет слезть. Метка Маша. Только в портал нам не занеси. Все, портал. Погнали на выход. Еру свету давайте. Метка Меледи. Бежали. Эффективомет. Трэш сразу отводи далеко. На пол пошел. Все, играем только в трэш. Только в трэш святую играем. Босса вообще не трогаем. Только трэш. Нужно подождать. Босса вообще не трогаем. ЛГБТ метка. Собьем, перебежал. Именно ветер метка, прижмись. Сразу отводи трэш. Отводи трэш от босса, бьем трэш. Только трэш святую играем, только трэш. Отводи от босса. Можешь немного дальше отводить от босса? Не во фрейме тупо танчить. Миола метка. Только босса играем все. Только босс. Танки смещаемся, райт, райт смещаемся, смещаемся. Метка. Только трэш святую играем и от фрейма отводи, от фрейма отводи. По фрейму. Все, все, стой. Глушай метку.
Коклуша, метка. Бьем босс. Перебежали метеор. Во тьме Геру? Давайте во тьме Геру. Трэш на пул. Пошел на пул, отводи от фрейма немного. Все, стой, стой. Трэш бьем. Росте трэш. Прямо росте трэш, играйте тупо босс. По боссу ебаш. Пару ГП. Танка смещаемся, смещаемся. По боссу бьем 60%. Много осталось. И все нормально, бейте босса на пуле трэш. Только в босса играем. Есть детали смерти у кого-то вара тут? Да нет, он блядь зашел. Ну, с КП-ники, да. Просто там иногда бывает, при диспеле пишет no one и что-то от челика, это, короче. Никак не фиксируют. Никак не похилить. Я просто видел, как он близко сделал. Давно мне показал. Смело там, на ГБшку кидай. Опа! Что там упало? Кто пропало? Пояс на шамана кольчуги, ткани взяты. Мишем. Это. Наручи, это топ. Тяжелый рэп получился. Ну ладно. Сколько ЕП? Новые тарифы эти, потому что они его сколько? 2000 там, по 2000. Две? Да, да, две, две. Знаю, там. Ливали, не ливали, не захотели. Поебать вообще просто. Ваша проблема. Отгорело, бля. Олег, ты горел? Признайся. Не, я... Он орел, а подгореливый. А, своими слаками. Еба.
Так вы это в три хила хилите, стоите АФК. И зачем мне диспелить друидов, которые с вами диспелят с престолов? Натуре. Я диспелил с других, с варов. По факту расписал кал, как и всегда. Вар ноет, потому что он убежал далеко очень. Да похуй, раз очень. Убежал далеко, ловит. Ну, я бежал за ним и диспелил. Все, заебись. И это все будучи в ретрике, да? Там еще вот эти камни, позабирали лут. Конечно, удивительно, потому что никому вещи не надо были. Вар, там... который Грейскейл, он забежал на... А там твой диспел был? Я сейчас вижу, теперь диспелил этого вара. Я не про этого вара. Этот вар, он был очень далеко, он забежал в другую четверть. Трепик каком? Просто в следующий раз мордой. Не пиши хуйню, просто хильни людей. Без твоих комментов. Ну, тебе надо было остаться в следующем, а не бежать в лезвие. Там уже 2 секунды лезвие шло, а ты забежал в него. Изначально под морду убежал куда-то. Я еще хотел, типа, когда уже, типа, ты бежал, хотел сказать минус вара, там еще было 2 секунды, но ты сбежал. А я не знаю, не я ставил. Набор, вот тут что ли? Ком, не пиши мне, не пиши мне херню, просто не пиши в белый чат бесполезные вещи, типа, ты клоун, там еще что-то. Ах, зачем это говно писать? Тем более ты хилишь. Потом обижаешься, в тебе ГП кидают. Дурачок, что ли, там? Будет набор, идет или нет? Да, идет, заходи. Так, кто впервые раз пробовал? Лок, понравился лок, короче, забегает вот, шар и говорит, блядь, там меня не захилили, что-то он там говорил. Он говорит, АФК 5-7 секунд стал, мог двигаться вместе с шариками. Сил, блядь, земля. Олег, да не-не-не, там этот, там вар все правильно делал, это шар не там появился, короче, тактику не сломал. Там, не, это варлок тоже нормально все, там лезвие не там появилось просто. Оно быстро как-то появляется там, короче, не знаю. Мне вот Мирандос пишет, что за игнор, бля, я хуй его знаю, что за игнор. Начни собирать рейды, подобирай 30 человек, потом узнаешь, что за игнор. Я вам скажу, этот вар изначально правильно наносил, затем пропала метка, он должен был назад вернуться, но он так и побежал тупо. Ему он, типа, понравилось изнач... там. Ну, изначально он правильно бежал. Убежал и убежал, нахуй. Ну, там моментально почти метка пропала, которая ему мешала. Давай расскажу вам в следующий раз, что надо делать, если там метка на том месте, куда же тебе надо добегать. Подходишь к границе, ты уже с самой и стоишь, ждешь, пока лезвие прокрутится. Тебе в ретрике для фридом, ты нормально вносишь. Все, тебе больше ничего делать не надо. А он зачем-то под морду побежал. Да там лезвие не там, короче, появилось. Телепортнулось оно, наверное, там, на 90 градусов сместилось, так же нормально. Сервер залагал. Жизненно про лезвие. То, все плеснули в раз. Да. Чертилы, да? У меня изжога началась. За рейды стопудово. Так, бля, после таких раз... Не, только клоунищить остается. Сегодня чилить не получилось? Сука, что началось с проклятия ванька вчера, ЦВК. Не, мне пофиг вообще. Да, это понятно. Да, ЦВК уже, вот второй не могу убить лича. Там просто пиздато люди некоторые играют. Кто там? Пепперменеры? Сюда таких, блядь. Камень. Протанчить не может. Олег, признайся, это ты за 380 бонусов КД скинулся на целка, чтобы я не позволял сам не пропал. Чтоб мы на речи не вайпали, заебало. На лича ж теперь отменили, теперь после синдры сбрасывается КД. А, только если вайп.
Не, ну туда. Че там, Олег, сколько слов повредит? Да хуя тут всякого. Не знал, успеет. Кто там нужен? Хоп, знает, сейчас посмотрим. Это кем Рейни? Меня пока нет. Если мы за 40 минут отправимся, за 30. Ну смотрю этого Хантера, нет, смотрю. Че там по ретрикам? Давай смотрим. Ретриков, 3 ретрика, Алма 3, Геймарс 2. Чучка-лучка 3, чучка-лучка 1, кидайте ролл. Делайте это быстро. 82, заебумба. Так, это всё. Именно сюда. А, стоп, подожди, там Джерри, он же шли. А, Джерри протопал, точно. Геннад Варлок, ты демон или Афлик? Локи Афлик. Лабуда Сова. Аникоп. Не, ну Лободе надо двойку вообще ставить. Это мой друг. Ну, два поставлю. Смотря на Никопа, у него почему-то 3 стоит, а у Лободы тоже 3, это как вообще? Так, это сюда. Дырка в носках, ты Афлик? Ебать, ну и Ники. Дырка в носках, блядь. Смотрим, Афликов, Ардлоки, 2. Дырка в носках 2. Че, вы на одном уровне играете? Ну, рольте. Так можете тройку поставить, Кал. Ты ж вроде его лучше играешь на профи наличие. Давай тройку обратно верну. Идешь в рейд. Или это не работает? Кидай ролл, дырка в носках. А бот, у тебя есть АДК? Нету. Нет, тоже нету АДК. Ну, я могу вообще под ней идти в рейд. Ну, либо магом не, могу, да, пойти. Ты как талисман, да, либо... Ты кем идешь, совой или эрдрут? Кого спросил? Аматиса спросил. Без разницы, совой... кем скажешь. Ну хорошо, идешь тогда совой, роль слабудой, слот. Хотя, подожди, давай посмотрим. Ладно, сова, эрдрут, дочь заката, окей. Олег, ты не женат? Знаю. Челика в гильдию беру, он пишет: Олег Рпал, 11 лет женат, блядь. Хорош. Так, совы отлетают, демон отлетает. Ваня, у тебя Хантер есть? Да, Альпич пойдет, Ваня там отошел куда-то. Пускай будем считать, что Альпич выиграл по ролу. Маги нужны, нет? Каджера, Трилл, да. А, подожди, у нас же шаман в свет надо, точно. Каджера, будешь свет хилить. Там ты по рангу не прошел. Здесь не фартануло, короче. Кто на Хантера может зайти?
Один слот паролем, доп-слот. Да, напуливать большого. Есть такие? А бог, кто у тебя есть? Я только магом мог пойти. Давай магом. Просто ну возьми Ваню. Есть два ВДК уже, понял? А там типа у челика типа ДД спек есть. Это хуй его знает. Я не верю этим людям. Ну в смысле, вон пятерка написана у него. Хуеть, блядь, пятерка. В школе так охуенно, а в этой гильдии плохо. Зато есть. Аля, когда ты учился, это было даже в школе охуенно. Сейчас это тоже так же плохо. По 12-бальной же. Он там 3, да не может попасть в рейд никак, блядь, какой день. В смысле, не ходил рогой. Как его попал уже. Ладно, хорошо. Пеппер, у тебя ханта ДК есть? Я ж могу на карту проверить. Глянуть, нет? Хочешь, глянь. Ну так возьми Ваню, Ваня как раз подойдет, пока мы бить начнем. Ваня отошел уже. У вас фул? Все, уже ханта взяли, все. Че, гляну, у меня, по-моему, есть АДК. Ханта взяли, но можем тебя на доп-слот взять, паролить. АДК нужен еще. Кто это говорил? Спиганка вроде? Да, да. Ну, АДК, вар нужен, есть у тебя такие? Вроде, да. Ну, вроде, заходи. Заходи, попробуй. А есть АДК надо? Да, заходи. Сколько ты этим ДК давал? Нисколько, я ни разу не играл. Будешь вообще играть им еще? Я думаю, справлюсь. Ладно, пускай будет вот так вот. Давайте быстрее, сейчас убьем, там Ваня как раз подойдет. Скажем, что мы тебя ждали, третью серию. Так он играет нормально на всех чарах, ему можно единичку ставить. Правда, на удачу играет. Молится, чтобы зеленый на него не кинулся, пельмень не полетел. О, Седер зашел, бери его протокол 1 в резку. Есть там на доп слоты, можете плюсануть. На 2 вроде. Надеюсь, не попал он пойдешь. Нет, перезаведу, да, никого. Принимай пати. Кинул пати, ты не принимаешь. Все, кидайте ролл. Кто в седьмой пати, достроен тоже. Че ты изи всех размотал? Смотри. Ага, размотал. Хардлоки тебя разъебало, короче. Вообще в щепки, брат, уважение. Все, погнали быстренько зачистим трэш. Я тебя на десерт оставлял. Такому даже не стыдно проиграть. Обоссал какой-то. Даю сакру, короче, живи. Там, не знаю, можно вместо Квинси взять, я там, сори. Что-то... Протоплодин его убери, потанчит и фул контент. Ты, наверное, Джонни в рейде, да? Сори, ты тут... А, все, все, все. Пришел, это просто метка отсутствует.
Ебать, классно же. Да это просто протопал, не умеет танчить мобов. Каджеро, что ты там встанешь? Лесы. Зачем? Да, как на танчик пальпич, я умираю с вами первым.